Коллеги, я специально снимаю видео это. Нахожусь в отеле, довольно-таки недешевые здесь номера. И это как раз вот показывать нашим клиентам, в чем отличие от столешницы, изготавливаемой квалифицированными камнеобработчиками и ребятами, так скажем, с улицы, дилетантами. Вот посмотрите, обратите внимание, столешницы сделаны из мрамора, Нера Марквина. Наверняка не проведена беседа с клиентом, что мрамор обязательно надо защищать, пропитывать от абразивных средств химических, потому что кристаллизовать его необходимо, чтобы он не впитывал. Но на самом деле вы все знаете прекрасно, что мрамор впитывает, даже если ты его кристаллизуешь, через какое-то время слой стирается, и всякие жидкости начинают проникать, и вот образуются такие ореолы, белесые пятна. На самом деле Нера Марквина должна быть вот как плинтус черная, идеальная, видимо, в такой плоскости его сложнее вытирать, протирать уборщицами. И, соответственно, вот мы видим первозданный цвет, черный, такой насыщенный. Дальше видно, что герметик, как правило, мы герметим, стараемся сделать это в цвет, чтобы было красиво, тонкой линии, то есть сделать щель минимальной и промазать аккуратно. Здесь мы видим работу, здесь вот в частности не очень красивую там. Дальше по подклейке кромки мы, как правило, подклеиваем сапожком. Здесь видно, идет просто линия, что некрасиво, что не симпатично, на наш взгляд. Дальше переход линий обязательно, жилы-прожилки у нас, как правило, все сочетается, все сходится. Вот видите. Если обратить внимание на мойку, все керамические мойки формы эллипс, либо круглые, неважно, имеют свои изъяны, то есть они не идеально ровные. И если мойку не забирать на производство, то и не по ней прям не делать вырез, то есть не шаблонить с нее же, то бывают, получаются вот такие вещи, которые мы сейчас наблюдаем. Обратите внимание, как завален угол. Вот здесь вот сверху, наверное, особенно видно, вот в эту сторону. Вот. В частности, если обратить внимание на эмблему, видно, как вот отсюда пошло, видите, в плюс. Это, конечно же, еще немножко камеру постараюсь развернуть, чтобы было видно наглядно. Во, прям наглядно видно, видите. И кромка здесь она обработана аккуратно. Здесь уже 1,5 сантиметра, здесь 2 сантиметра. Вот такая вот картина в дорогом отеле. Не буду говорить, какое название, дабы, там, скажем, не неловкое положение не ставить владельцев. Но вот как можно сделать столешницу. Вроде делал тоже камнеобработчик, но внешний вид вы видите. Дальше, конечно же, соответственно, от ноги, от опоры тоже по-хорошему нужно избавляться. То есть делается качественный металлокаркас, на который сажается. А то получается вот такая вот картина. Мы наблюдаем, с одной стороны какая-то нога, видимо, столешница у них падала на одну сторону, и они решили сделать опору, чтобы она просто окончательно не отвалилась. Вот такой вам репортаж вкратце снял, для того, чтобы было просто понимание, как может выглядеть столешница, сделанная неправильно, с невнимательностью, с невъедчивостью в работу, а вот такая поверхностная, на мой взгляд, работа выполнена не очень качественная. Конечно же, вы помните, что материал лучше, конечно, советовать в ванную кварцевый камень. Ну, мрамор тоже допустим, но с определенными пропитками. Все, на этом у меня все.